Я знаю людей, которые и в 90 еще ходят на работу. Му Юйчунь о практиках для улучшения памяти и работы мозга. Выполняйте этот массаж по 10 минут несколько раз в день, и через неделю вы заметите, что ваша память улучшилась. Эти упражнения полезны для людей любого возраста. Один из моих учеников, которому уже 93 года, предпочитает не сидеть дома. У него полно энергии, и жизнь в четырех стенах его совсем не привлекает. Но многие люди, достигнув 70-летнего возраста или даже моложе, уже не могут быть такими активными. Их мозг начинает работать медленнее, зрение ухудшается, а руки начинают дрожать. Почему так происходит? Делится китайский мастер Му Юйчунь. Упражнения, которые я рекомендую, основаны на китайских традициях. Их цель не в лечении, а в накоплении энергии, улучшении кровообращения и активации работы мозга. Когда у меня достаточно энергии, я могу использовать ее для самовосстановления. Например, если заболит рука, эта энергия помогает снять боль и улучшить общее состояние, рассказывает Му Юйчунь. Чтобы улучшить мозговую активность, Му Юйчунь предлагает массажировать затылочную область. Массаж можно делать как пальцами, так и кулаками. Выбирайте, что вам удобнее. Уже через несколько минут вы почувствуете облегчение. Еще один метод, который активирует мозговую активность, связан с магнитным полем. По словам Му Юйчуня, этот способ более эффективен, чем массаж. Для этого упражнения следует расположить ладони перед собой, как будто вы держите воздушный шар. Медленно раздвигайте руки и возвращайте их обратно, пока не почувствуете легкое сопротивление. В этот момент вы ощутите прилив крови к рукам и легкое покалывание в пальцах. Когда вы поймаете ощущение магнитного поля, разместите ладони по обе стороны головы, не касаясь ее. Начните плавно двигать руками вперед-назад вокруг головы на протяжении 1-2 минут. Это упражнение помогает улучшить кровоток, и сразу становится легче. Сначала можно ощутить легкий холод, может даже показаться, что на голову льется вода. Не останавливайтесь, продолжайте. Вскоре вы почувствуете тепло, как будто сосуды расширяются, объясняет Му Юйчунь. Массаж для улучшения памяти и знак на большом пальце ноги. Му Юйчунь рекомендует простую, но эффективную практику, особенно полезную для людей старше 50 лет. Этот метод особенно важен для пожилых людей, так как помогает активизировать память. Мастер утверждает, что внешний вид большого пальца может указывать на состояние памяти. Например, если на внутренней стороне пальца образовался острый угол, это может быть одним из признаков ослабления памяти. Для того, чтобы поддержать память, Му Юйчунь рекомендует делать массаж большого пальца ноги, особенно со стороны подошвы. В этом месте расположены активные точки, которые стимулируют работу мозга. Массаж выполняется обеими руками одновременно на обеих ногах. Завершение комплекса предполагает массаж центра стопы, который помогает нормализовать работу мозга. Массаж проводится с помощью костяшек кулаков, которыми нужно выполнять круговые движения, или двигаться вверх-вниз по центру стопы. Во время выполнения упражнения тело слегка покачивается, как на качелях. Му Юйчунь советует делать этот массаж медленно, прислушиваясь к ритму сердца. Во время массажа кровь приливает к голове, что способствует улучшению мозговой активности. Рычаг для ясного ума, спокойного сердца и светлого взгляда. Упражнение Лао Цзы для улучшения работы мозга и общего самочувствия. Комплекс упражнений Лао Цзы основывается на стимулировании активных точек тела, связанных с внутренними органами. Эти упражнения помогают не только мозгу, но и улучшают общее состояние. Они просты и занимают всего 5-7 минут. 8 упражнений Лао Цзы для крепкой памяти и ясности ума. Массаж точки Интан. Точка Интан, известная как запечатанный дворец, расположена в центре лба между бровями. Для активации этой точки используйте подушечку указательного пальца, делая плавные круговые движения по часовой стрелке. Важно, чтобы движения были мягкими и спокойными. Сделайте 16 вращений. Массаж области вокруг глаз.
С помощью указательных пальцев обеих рук начинайте круговые движения вокруг глаз, начиная с внутреннего края бровей. Выполняйте легкие надавливания, двигаясь по кругу. Выполните 16 круговых движений с каждой стороны лица. Воздействие на точки Дицан. Эти симметричные точки находятся примерно в 1 сантиметре от уголков рта. Надавливайте указательными пальцами на точки с обеих сторон одновременно. При этом рот должен быть слегка приоткрыт. Сделайте по 16 легких надавливаний с обеих сторон. Массаж точек Сыбай. Эти точки находятся под зрачками, на нижней границе глазниц. Используйте подушечки указательных пальцев для массажа этих точек, выполняя круговые движения с обеих сторон одновременно. Выполните 16 вращений, слегка надавливая. Растирание носа и шеи. Сначала массируйте нос, двигаясь указательными пальцами сверху вниз по всей его длине. Затем переходите к шее. С помощью ладоней выполняйте плавные массажные движения по бокам шеи, начиная сверху и постепенно спускаясь вниз. Повторите оба упражнения по 16 раз. Кошачье умывание. Ладонями обеих рук совершайте мягкие поглаживающие движения по лицу, начиная с верхней части и двигаясь вниз. Повторите это упражнение 16 раз, чувствуя расслабление мышц лица. Массаж волосистой части головы. Осуществляется пальцами обеих рук, одновременно массируя кожу головы. Начинайте от линии роста волос на лбу и двигайтесь к затылку. Важно, чтобы во время массажа вы не двигали волосы, а аккуратно смещали кожу в разных направлениях. Повторите это действие 16 раз. Завершите упражнение расчесыванием волос, используя пальцы, как гребень, и аккуратно прочесывайте волосы сверху вниз. Стук в небесный барабан. Для выполнения этого упражнения закройте уши ладонями с обеих сторон одновременно. Затем подушечками больших пальцев совершайте мягкие круговые движения, массируя точки фэн-чи, которые находятся под основанием черепа, в месте перехода шеи в череп. Эти точки еще называют точками духа или точками Конфуция. По легенде, сам Конфуций утверждал, что воздействие на них омолаживает организм, очищает ум и придает спокойствие сердцу. Выполните 16 круговых движений. После завершения круговых движений остановитесь, на несколько секунд удерживая ладони на ушах. Затем с силой оторвите руки, как будто встречая сопротивление, и снова верните их на место. Повторите это движение 3-5 раз. На этом завершается комплекс упражнений Лао Цзы для мозга. Напишите в комментариях, что вы думаете об этих советах и считаете ли вы их полезными. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем добра и счастья!